Ладно, давай в Лонгхорн. И смотри, не врежься никуда. Увидимся. Oh.
тут крутые перцы приехали. Я слышал, у них денег просто куча. Ну уж нет, звучит не очень. Да, братан, неясно, кто за этим стоит. Особенно эти нарушители. Да это вообще кто угодно может быть. Даже наш новый дружок. И герой Спайка Магну. Эй, ты так не шути при нем, а то нам тут всем не поздоровится. Так, давайте-ка я вам про Магнуса расскажу. Он мне... Да-да, мы это уже тысячу раз слышали. Так, ладно, кто едет в Лонгхорн? Да все. Может, пораньше стартанешь, Спайк? Попрактикуешься слегка. Ты иди ты. Чё? До встречи всем. О, здорово! Ты как? Тут такая тема про Магнуса Уокера. Короче, парень влюбился в свой первый Порш, когда ему было лет 10, а? А сейчас у него дофигища крутейших Поршей, блин! И это его новый стиль! У него даже есть свой мост! Да! Мы ведь тоже так можем, бро! Мост Спайка! Как же это звучит, а? В общем, Магнус знает Вентуру как свою пятерню. Он заправляет всем, потому что в теме. Он жить без этого не может, понимаешь? Вот так вот, старичок. Все просто. Ищем места, изучаем игроков и дело в шляпе. Ты сечешь? Ух ты, тебя тут по полной обрабатывают. Даже не вздумай спрашивать его про Магнуса Уокера. Поздно, и я только разогреваюсь, малыш. Нам надо подстегнуть Магнуса. Покажем ему, чего мы стоим. Выиграем его легендарную гонку, и он сам к нам придет. Эй, вот оно. Кто со мной? Погнали. Присмотришь за ним? Будь что будет, Робин. Я знаю. Держать тебя в курсе.
Смотри, как рычит. Поглядим, как ехать будет. Thank you.
ребятам понравился твой стиль. Можешь позвать их на гонку в любое время. Думаю, ты отлично справился, хоть и проиграл.
Эй, брат. Дорогу одну хотел тебе показать, но, похоже, задержусь. Эдвард 24, документы проверю. Конец связи. Ясно, 24. Да, задержусь. Ваша машина? Моя. Права и документы. Меня остановили. Телефон уберите. Офицер, я даже не знал, что так быстро еду. Для этого и нужен спидометр. Права и документы, больше спрашивать не буду. Кому-то проблем захотелось. Мне ехать надо. Выйдите из машины, живо. Ладно, ладно, вот мои права. Эдвард 24, 1199. Ясно, подкрепление. Покажите руки. Полегче, полегче. Из машины. Thank you.
еще не отдыхал, по улицам гоняешь. Прибавь газу, неси сюда. Давай же. Oh.
Думаю, нам есть что им показать. Готов? Дрифт. Как Спайк любит говорить. Это серьезно. Вернусь к себе. Заглядывай, как готов будешь. Ладно? Пока.
хочу. Неважно, это отмазка. Только не начинай, Спайк. Почему? Из-за новичка? Слушай, прекрати. Эй, вы о чем? До связи. Ну, в чем дело? Как обычно. Понятно. Надо развеяться. Поехали? Не, дела еще есть. Какие? Да так. Ладно, я отдохну. Бурная ночка. Ага, очень бурная. Увидимся, парни. Со Спайком уже точно меряетесь татушками. Местечко что надо, да? Блин, с голодухи помираю. Где этот чертова пепперони? Мой желудок уже сам себя ест. О, спаситель-то мой. Пару часов назад была свежей. Приехал кое-кто, с кем тебе надо встретиться. Ребята называют себя Риски Девил. Видела их в деле. Кузов в заплатках. Везде стяжки. Что угодно, лишь бы держалась. Во, посмотри. Эйми бы удар хватило такого диска. Точно говорю. Но эти парни, они гордятся своими вмятинами. Эй, Ром, не поможешь тут чуток? Не могу уровень пройти. О, хочешь, чтобы я тебе руку подержала? Юморист. Короче, я буду здесь. А ты постарайся заинтересовать их. В общем, позже спишемся и подрифтуем. Давай. Oh.
Ну, смотри. Не обращай внимания. Короче, думала, мы встретимся, подрифтим синхронно. Увидимся, надеюсь? Да? Пока.
Так, это Ману. Ну, дела. Надеюсь, все в норме. Слышал, копы тебя хорошо прессанули. Будь осторожнее. Береги себя.